большое спасибо за доверие и за площадку, на которой мы смогли проявить себя. Наша команда очень молодая. У нас нет опыта в управлении НКО, но наша большая мечта — стать настоящими профессионалами. Спасибо, что у нас есть для этого взлетная полоса. И если возможно, пара собственных слов, как я буду обращаться. Знаете, я вам завидую, у вас такие интересные проекты, такое интересное начало вашей творческой, социальной, предпринимательской жизни. Я когда ушел в госслужбу, тоже создал НКО, не знал, что надо, можно подать на конкурс. Но знаю, как это сложно все проходить, все эти препоны, и работать, и собирать средства. Я вам желаю успеха в этой связи. И хочу еще сказать, что вот всем сегодня победителям Институт Гайдара перевел много книг, в общем, у многих разные книги попались. Это наши последние переводы лучших работ социальной политики, об экономике, лучших экономистов, философов. Поэтому мы хотели вам сделать небольшой вот этот презент, и, может, что-то вы из этого тоже возьмете в своей жизни. Всего вам хорошего, успеха! Я услышал два слова: профессионализм. Не услышал второго слова — индустрия. Вы попали в большую индустрию. Мы очень мало говорим об НКО как о глобальной большой индустрии, которая только развивается, и профессионализм — это именно то, что вам нужно. Я тоже, когда ушел из большого бизнеса, создали мы с друзьями фонд «Друзья», миссия которого — это профессионалов приводить в эту отрасль. Поэтому вы можете у организатора взять мои телефоны, и мы с победителем, естественно, поработаем, потратим очень много интересного профессионального времени разных наших учредителей и составим программу обучения. И я думаю, мы дадим слово напутствие Александру Хангельскому, Данилу Дундуи. Спасибо, но поскольку я управлять не умею, я просто вас поздравляю, завидую, восхищаюсь. А коллегам-журналистам хочу сказать, разумеется, профессия непростая. Денег, как правило, мало, претензий, как правило, много, все лезут не в свое дело, потому что все думают, что они знают, как надо. Ну так не обращайте внимания и вперед. Ура! За вашу победу! Так получилось, что я член совета, даже не совета, это называется коллегия по жалобам на прессу. Хочу вас сразу успокоить, федеральные. За весь год всего 11 жалоб, не брифите, всего 11. Это федеральная вся страна. Второй совет называется СПЧ по правам человека. И хотя мы 2 года бились против идеи «иностранный агент», мы проиграли, но, что очень важно сказать, что только у вас есть власть сохранить, развить, что-то сделать с правами человека в нашей стране. У вас настоящая власть, больше, чем у политиков и даже экономистов. Теперь надо сфотографироваться, поэтому, пожалуйста, все участники церемонии. Симпатично. Ну что, успели? Спасибо. Я прошу всех спуститься в зал, кроме участников триалога. Они все случайным образом во главе с ведущим Александром Архангельским оказались на сцене. Да, поэтому спасибо. Пожалуйста, а где у нас? А куда? А.
Так, все, друзья. Да. Ну все, я передаю этот микрофон Александру Архангельскому, который будет вести, надеюсь, очень интересный диалог. Добрый вечер, дорогие